Просарита Падоттанасана. Широкая стойка с наклоном вперед. Встаньте в Тадасану. Положите руки на пояс. С глубоким вдохом расставьте в прыжке ноги на 105-120 см, ступни параллельно. Прижмите плотно внешнюю сторону подошв к полу и растяните ноги. Вдохните, поднимите боковые ребра и оттяните плечи назад. На выдохе наклонитесь и положите руки на пол, на одной линии между ступнями. Мизинцы должны быть параллельны друг другу. Нажмите руками на пол и выпрямите руки. Вдохните, поднимите и раздвиньте ягодицы и вогните нижнюю часть спины. Отведите бедра назад, вытянитесь и посмотрите вверх. Дышите свободно. Кости ягодиц должны быть на одной линии с пятками. На выдохе согните локти и опустите макушку головы на пол. Отодвиньте руки назад, пока предплечья не будут вертикальны. Нажмите мизинцем и большим пальцем на пол, чтобы плечи были параллельно друг другу. Поднимите лопатки к пояснице. Затем, нажав внешней поверхностью стоп, поднимите внутренние лодыжки и поднимите внутренние части бедер вверх. Ноги должны быть прямыми и упругими. Зафиксировав большие пальцы ног, раздвиньте внутренние части бедер друг от друга. Расслабив мышцы спины, продолжайте поднимать плечи. Дышите свободно и ровно. Чтобы подняться, поставьте руки на бедра, прижмите ступни к полу и растяните ноги. Вдохните и поднимите торс. Сдвиньте немного ступни, чтобы легче было прыгнуть и поставить ноги вместе. По мере регулярной практики асан, сохраняя дисциплину, внимательность и преданность абсолюту, переживайте испытания и неудачи с чувством спокойствия и удовлетворения.